Друзья, привет! С вами Леонид, Раптор ТВ. Сегодня у нас... Какое число у нас? 25 ноября. Устоялась уже среднесуточная температура ниже нуля. Сейчас минус 4 градуса. И сегодня у нас на обзоре очередная новинка от компании Сицибо. Я люблю такую распаковочку делать, как с айфонами, как с телефонами. Друзья, вот она. Сицибо талисман. Вы посмотрите, какой он красивый. Да, это непрактично. Но это капец, как дорого и эффектно выглядит. Дека с подсветкой. Не буду мусорить, уберу в карман. Дека с подсветкой. Глянцевая, черный рояльный лак. Да, она супер скользкая. Но чтобы она не скользила, мы наклеим сюда пару полосочек из наждачки. Ну и, собственно, все. Конечно, она через определенный промежуток километров запилится, затрется. Но, не знаю, тут выход какой. Либо можно ее защитной пленочкой прозрачной обернуть и потом наклеить поверх этой пленки наждачные полоски. Будете ездить, нога скользить не будет. Когда пленка запилилась, как раньше, помните, с телефонами, когда защитных вот этих 3D-стекол не было? Просто пленку наклеил, затерлась, другую наклеил. Вот, в принципе, вариант. Но зато внешний вид, ну, прям, тут честно, самокат недорогой. Стоит всего 49 тысяч рублей. Ну, конечно, все это понятие недорогое относительное, да? Кто-то скажет, нифига себе, как дорого. То есть, ну, по сегодняшнему рынку, да, то есть, в принципе, это конкурент Kuga M4 Pro. Компанией Kuga мы вообще не занимаемся. Ну, как-то вот она отдельно от нас своей жизнью живет. В принципе, что там? White Siberia – Луна, White Siberia – Тайга. И вот теперь в этом же форм-факторе по цене ниже Сицибо Талисман. Две версии. 48 вольт – 21 ампер, 60 вольт – то ли 11, то ли 13 ампер. 60-вольтовый самокат крутит, прям, знаете, вот надо вот посмотреть даже вот по спидометру. Он раскручивается до 92 километров. Сейчас 90-90. Вот можете посмотреть, как колесо фигачит. Передним тормозом торможу, заднее останавливается. Реку проработает, значит. Ну, а 48-вольтовая версия, конечно, едет тоже. Но по курку 42. Я не боюсь холода, не боюсь плохих погодных условиях. Поэтому сейчас одеваю экипировку, это обязательно. Безопасность превыше всего, друзья, это даже вот не обсуждается. Замерю максималку, вот уже держатель для телефона сюда закрепил 48-вольтовую версию. Замерю максималку на 60-вольтовую. И мы переместимся в мастерскую, разберем их до талого, все, посмотрим каждый узел, каждый винтик, как что устроено. Какие косяки, я сразу тут пару косяков уже увидел, но про них вам расскажу, когда в мастерской будем, чтобы можно было доработать. Ну и, собственно, что, будем изучать, смотреть. Это самокаты предсерийные. Они идут без сидения. Следующая партия, когда будут уже серийные, поступят сюда в Россию, они будут с сидушками. На цене это никак не будет отражаться, просто будут сиденьями. Ребята с компании Luxville, пацаны, привет, видел я ваш обзор. Они максималку не замеряли, ну, им некомфортно. Я максималку меряю всегда, поэтому я замерю. И ребята сказали, что купить их как бы нельзя. Нет, самокаты купить можно. Их небольшое количество есть в Москве, есть они у нас на складе. Если вам он понравится в таком виде, в каком он есть сейчас, вы можете спокойно вот под видео ссылочка, да, разворачивайте описание, все наши контакты, если не знаете, там звоните, приезжайте, покупайте, либо вам отправляем в любой другой город. Порядка 20 самокатов у нас таких есть. 10 таких, 10 таких. Ну, примерно так, плюс-минус. Так что, друзья, давайте. Ну что, да, если так вкратце пробежаться, да, ну, у нас, в принципе, такой дешевый вариант, да, но поворотники у нас есть, передние, задние. Знаете, даже не хочу до него пока остановиться. Подвеска работает, и дека, конечно, очень скользкая, прежде чем замерять, надо будет наждачку наклеить. Подвеска задняя работает, передняя тоже. И передняя, знаете, мне что понравилось? Она без отбоя. Тормоза дисковые, передние, задние. То есть руль складной, все, ну, такое, в принципе, все классическое, без каких-то изысков.
упор под ногу, ну, конечно, очень я сомневаюсь, что на него будет удобно опираться, хотя, не знаю. Ну, опять же, плюс ручка для переноски. Короче, не буду дискутировать особо, то реально холодно. Одеваюсь сейчас, поеду замерю максималку и в мастерскую переместимся, и уже их детально изучим. В общем, вот так вот я решил проблему скольжения на 48-вольтовом талисмане. Нашел старые наждачки Курус М11. Я не помню вообще, откуда они взялись. В общем, наклеим, потом выкинем. Но в любом случае, друзья, очень скользко. Нереально ездить без наждачки. Тем более, когда ты чуть в снег наступил, потом наступаешь на самокат. Прям можно так разложиться. Что, свет включаем. Пусть будем со светом. GPS-спидометр включил. 53,6 вольт у нас заряд. Третья скорость. Ну что, давайте поедем, попробуем. На что же он способен? Не знаю, конечно. На 48 вольтах он очень-очень унылый. Прям очень. Я думаю, не знаю. 40 хотя бы он поедет. Тут подхват есть. По всем этим стыкам, кочкам, не знаю, довольно неплохо едет. Ничего не бренчит, не звенит. Сейчас попробуем, друзья. Попробуем, на что он способен. Да не, так едет, ничего. Диск, я слышу, тормозной чиркает. Не настроили немного тормоз, но ничего страшного. Нам не помешает чиркающий тормоз замерить максималку. Спидометр, кстати, откалиброван, смотрите, 13-14, как бы он почти километр в километр. Это приятно, честно говоря. Ну что, давайте жмем в пол. Посмотрим, сколько получится у нас развить. 30. Держу в пол, друзья, но больше 30 он не едет. Больше 30 он не разгоняется. Не знаю, может быть, там, конечно, какое-то ограничение. Мы посмотрим, когда разберем контроллер. Просто он и по воздуху крутит 40 с небольшим. Прямо, знаете, как будто что-то его держит. Ну ладно, ничего. Сейчас стартанем на 60-вольтовой версии. И будет понимание уже, сколько может поехать импульс. Ой, импульс, ё-моё, талисман. Напридумывали название. В общем, максимально у нас 48-вольтовая версия 32 километра получилось развить. Ну, это, конечно, ни о чем. Делаем сброс. Ну, как ни о чем. Если так, в принципе, передвигаться по городу, то еще как-то более-менее можно с этим смириться. А вот теперь у нас, друзья, 60 вольт. И мне кажется, будет результат поинтереснее. Слышно, прям я реку он торможу. Ну ладно, едем сейчас до светофора и будем газовать. Ну что, поедем по старой схеме. Там что-то возле светофора народу много. Переезжаем второго полицейского, друзья, и давлю газ в пол. Жму на всю.
49 километров в час. Получилось разогнаться на 60-вольтовом талисмане. Ну да, это уже нормальная история. 49, друзья, все-таки это не 30. Дорога, конечно, скользкая, машин много, но вот пока у нас остановки, до остановки мы едем, там еще прямая, дальше идет уже уклон. Так что по прямой аппарат этот поехал 49. Но я считаю, что, блин, достойный результат. Ну что, давайте теперь в мастерскую и будем изучать его внутри. Скажу, что я сильно удивился максимальной скорости 48-вольтового талисмана. Но нет, 30 км в час, ну 32, друзья, ну это смех, да, как бы, ну вообще. Посмотрели мы по контроллерам, да, кстати, давайте вот сразу по контроллерам. Он 25-амперный, 48 вольт, без датчиков Холла, вот датчики Холла от мотора, просто фишечка болтается. Ничего особенного здесь нет, никаких ограничений я здесь не увидел, просто он так едет. Место, конечно, в деке еще дофигища, тут можно батарею, будь здоров, уместить. Вот она версия 60-вольтовая, да, тут уже 49 км в час, это уже как-то похоже на правду, но все равно, конечно, это самокат, сейчас я покажу все его косяки, что нужно здесь будет дорабатывать. Ну, и, конечно же, 13 ампер 60 вольт, ну, так себе, да, то есть 20 ампер 60 вольт, и, кстати, здесь спокойно они уместятся, то есть вот батареи, ну смотрите, во, вот сколько можно еще сюда запихнуть. Ну, конечно же, это будет сразу дороже. Здесь какой-то некий баланс между ценой, емкостью аккумулятора, ну и во всех вот этих характеристик. Здесь, кстати, установлен контроллер, тоже 25-амперный, но 60-вольтовый. Вот еще какая-то DC-преобразователь. Это, я так понимаю, на светодиодную вот эту подсветку на всю. В общем, давайте смотрим, что у нас по косякам. Первый косяк в том, я, как всегда говорил, все, что вижу, рассказываю, ничего не утаиваю. Вот что мне не понравилось. Во-первых, сюда воткнули широкую покрышку. Покрышка трет об крыло. Это неправильно. И заметьте, может кто-то уже заметил, что у нас получается задняя покрышка и передние разные. Не знаю, в чем фишка, но у китайцев своя какая-то логика. В общем, однозначно, что под эту конфигурацию крыла не ездить можно, можно там шайбами, этот самокат шайбами там выровнять, все выставить, как бы все окей, будете кататься и голову не забивать. Но просто это неправильно, да. Соответственно, еще у нас момент, что крыло, расстояние между крылом и вилкой, то есть когда у нас подвеска начинает работать, у нас начинает крыло биться об траверсу. Это неправильно тоже. Нужно тогда либо крыло это оставляем, грубо говоря, если мы оставляем вот это вот, вот это колесо с этой покрышкой, все окей. Крыло демонтируем, ставим туда отсекатель. Такой отсекатель, как, я вот не знаю, даже вот, о чем показать его. Ну, вот как на М10 Курусе, на R11 Mini ставят такой, да, то есть мы его просто сюда вот устанавливаем, и все. И как это вопрос решается, по крайней мере, ничего не будет цеплять, ничего не будет ни во что биться, все будет хорошо. Но вообще, это все равно, в принципе, это предсерийная такая партия небольшая. Конечно же, все эти нюансы будут учтены, когда самокаты уже придут в нормальном количестве, уже фабрично будет все собрано. Здесь та же самая история, тоже вот об крыло трет. Знаете, просто когда едешь, этого как-то не чувствуется. Вот не чувств... Ну, как бы едешь и едешь, да, как бы, а вот, как вот здесь вот, мы вот эти все моменты видим. Поэтому тут либо сделать траверс чуть пошире, разносить, чтобы крыло было, ну, было разжато. И пружину вот эту по-хорошему сделать повыше, чтобы, ну, как, короче, ездить можно. Крыло снимаем, выкидываем, ставим отсекатель и все. И самокат, как бы, в принципе, адекватно можно эксплуатировать. Но вот это, конечно, косяк. Дальше. Что же мне еще не понравилось? А, давайте по моторам сразу пока раскрыт. 4 сантиметра мотор, ширина магнитов. Сейчас я покажу, вот она. Ну, чистенько все, в принципе, как на Halton RS2 19-20 года, там такие же моторы эксплуатировались. Но здесь уже маркировочку сделали 125 ватт. Раньше было 1200, здесь 125.
Ну и вот эти, конечно, моменты все. Оплетка убогая. Ну, тут требовать от этого самоката чего-то сверхъестественного, когда у нас цена до 50 тысяч рублей, это, конечно, нельзя, да? Но вот когда я смотрю там на R12, Курус, на Гепард и вижу вот эту вот убогую тряпку, мне уже, конечно, прям коробит всего. По поводу крепления батареи, всей электроники, все это у нас получается, что крышка нижняя у нас, это батарейный отсек, доступ снизу, вся эта электроника туда затрамбована, батарея приклеена, расперта, ну и в принципе еще плюс прижата крышка, видите, сюда вот сделали они такие вот светодиодные, ой, это светодиодные, блин, двухсторонний скотч приклеили, и он как прижимается. Единственное, мне что не понравилось, то что болты здесь не под потай, то есть у нас болты вот так вот торчат. Поэтому нужно, конечно, как-то более грамотно, чтобы клиренс не такой высокий, чтобы все это не срывалось, чтобы просто было ровное днище. Ну и, в принципе, тут, знаете, как чего-то сверхъестественного я про этот самокат не хочу сказать. Недорогой, симпатичный, едет неплохо, на 60 вольтах 49 км в час это очень достойно. 48-вольтовый, конечно, не едет вообще, но кому-то и 15-20 км в час хватает, а тут целых 30. То есть тут, смотря с какой стороны посмотреть. Ну и в принципе, что, отличный конкурент той же Куги, потому что про качество Кугу я вообще молчу. А здесь вроде Сициба, мы все знаем, Сициба и Курус служат прекрасно самокаты, никаких косяков. Ни в обслуживании, ни в гарантийном, ни в постгарантийном нет, все запчасти в наличии, поэтому в принципе, если кто хочет что-то недорогое, довольно-таки компактное, не тяжелое сиденьем, кстати, оно будет сиденье, то можно к этому варианту присмотреться. А сейчас давайте взвесим и ждем вас на тест-драйв. Приезжайте, самокаты есть, приезжайте, катайтесь. Ну и много разных еще есть. И не забывайте подписаться на все наши группы. Под видео прям разворачивайте вкладочку. И там группа в Телеграм, ВКонтакте, чат в Телеграме. В общем, все-все-все. Подписывайтесь. И будем вас ждать в гости. Сейчас взвешиваем. Ну вот, смотрите, деку открутил. Она крепится всего двумя винтами посередине. С одной стороны, посередине с другой. И все, откручиваете, друзья. Открываете вот эту вот боковинку, разъем отсоединили и положили ее на полку. Все. И у вас получается обычный самокат с обычной декой. Наклеили две полосочки наждачки и эксплуатируете. Все-таки это, знаете, вот за стретч-пленкой обтянули, наклеили наждачку, замерили максималку и вроде не ездили. Все равно там какие-то мелкие рисочки, там появляются, там. То есть она придет в негодность за один день у вас. Вся запилится, но это не прикольно. А так, да, вот открутили, пожалуйста, эксплуатируйте самокат, как обычный самокат, как Куга, как White Siberia, без, ну, просто дека и все. Механизм сложения, я вам про него не рассказал, но, в принципе, классическая история, то есть мы вот эту центральную часть опустили и таким образом складываем, и он, соответственно, фиксируется. Можно за рулевую колонку самокат поднимать. С этим понятно. Давайте теперь взвесим. Взвешиваем. Взвешивать два самоката смысла нет. 25,8. Давайте еще раз контрольный. Весы выровняю на всякий случай, чтобы сомнений не было. Погрешность, конечно, может быть. Ну, посмотрим сейчас. Да, 25,8. Я думаю, что вот на этот вес, 26 килограмм, можно рассчитывать. Да, конечно, это не пушинка, но какие-то плюсы в нем однозначно есть. Все, друзья, всем до свидания, до новых встреч и приезжайте в гости на тест-драйв.